Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, и если вы хотите постоянно получать свежую информацию про нашу игру, а главное, порой получать довольно толковые советы, которые разъясняют, как что-либо сделать, касающиеся нашей игры, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я стараюсь специально для вас и действительно хочу быть полезен. Прожимайте на колокольчик, выбирайте все уведомления с канала, ну и не забудьте прожать лайкос за мои труды и старания. Итак, ребят, для всех закончилась подписка на получение 2 месяцев YouTube Premium. Что дает YouTube Premium? Просмотр, в первую очередь, видео без рекламы. Ну и плюс дополнительные плюшки, типа прослушивания музыки с выключенным телефоном и подобные вещи. Короче говоря, вы можете с тем, что дает YouTube Premium, ознакомиться самостоятельно. Моя же задача в данном видео показать, каким образом ввести код и какое есть ограничение. Итак, ребят, первое, что необходимо понимать. Вам придет ваш код, и коды начали уже приходить, на email, который является имейлом для входа в игру, ну, то бишь ваш аккаунт. Вы всегда вводите свой email, к которому подвязан ваш аккаунт, и вводите соответствующий пароль. Так вот, именно на этот email вам должен прийти код. Там есть ссылочка, на которую необходимо нажать, ну и, соответственно, ребят, вы попадете на страницу для введения кода. Там надо бы этот код ввести, нажать ОК, перейти на следующую страницу, и вроде бы все просто. Но есть момент, и есть ограничения. Момент следующий. Если вы уже пользовались YouTube премиумом платно, либо брали себе месяц бесплатной подписки на YouTube Premium, то, соответственно, этот код для вас вообще ничего не значит. Дело в том, что он вам абсолютно ничего не даст, ну и, соответственно, ребят, вы 2 месяца не получите. Кстати, стоит отметить, что в YouTube сейчас есть предложение по YouTube Premium, который дается на 1 месяц полностью бесплатно. Так что месяц хотя бы выхватить вы себе можете, даже если раньше у вас был. У меня был YouTube Premium на моем основном аккаунте, ну и, соответственно, ребят, там я его ввести не смогу. Пользуюсь другим аккаунтом Гугла для того, чтобы показать, как это работает. Вам необходимо ввести ту ссылочку, которую я положил в описании. Вот она. Эту ссылочку копируете, вставляете в соответствующее окно поиска и попадаете после нажатия Enter на вот такую вот страницу. Если вы получили свой код на не гугловский электронный адрес, это не является проблемой. Там у себя в своем сообщении, не знаю, у меня, допустим, там на Meta.ua находится мой аккаунт, берете себе с Meta или с другого сайта, которым пользуетесь как почтовиком, копируете этот код, в моем случае вот он, беру данное сообщение, копирую его и вставляете сюда в ячейку, которая открывается при введении соответствующей ссылки, которая, как я уже говорил, есть в описании. Вставляете данный код, нажимаете «Далее». Ну и здесь сразу появляется вот такое сообщение. 2 месяца за 0 гривен. Нажимаем на это сообщение, ждем подтверждения. Ну и здесь у нас 0. Подвязана карта, ну, подвязана карта моя, ну и дальше здесь нажимаем «Купить». Защитный код забыл ввести, вводите CV-код, ваша карта, которая подвязана, с нее ничего сниматься не будет. Как вы видите, здесь итог к покупке составляет 0 гривен в моем случае. Ну и после этой активации у вас активируется ваш код на 2 месяца. Если вдруг это не сработало, других способов я реально не знаю. Если вы знаете другой способ введения данного кода, обязательно сообщите, пожалуйста, в комментариях для тех ребят, кому это интересно. Также стоит отметить, что без подвязанной карты вы ничего не сможете сделать. Как подвязать карту, я думаю, вы сможете в YouTube найти соответствующий короткий ролик. Вообще это делается через настройки, но это уже совсем другая тема. Что делать тем, у кого нет карты по возрасту, либо вы просто не подвязывали карту, тоже ответить не смогу. Скорее всего, вы не получите опять-таки 2 месяца вот этого пробного YouTube премиума. Не знаю, насколько я был вам полезен, об этом напишите в комментариях. Я же для вас в этом вопросе, поверьте, сделал все, что смог. Ну и надеюсь, что среди вас все-таки есть те ребята, которые будут рады этому видео и, соответственно, для которых это видео стало разъясняющим. Пошел снимать следующий видос. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.